Диконсепшн покорился смиренному Джесси Уильямсону. Покорился. Ты помнишь, как все было? Вы с Бухарем держали меня, а Джек сжигал мне кожу на спине. Память об этом мешала мне обрести свободу. Джек, ты думал, я псих, но я знал. Ты меня слышишь? Ты как был слабаком? Я вижу. Дик, что происходит, что? Теперь мне виден путь. Дик, остановись! Да, мне тоже. Покойся с миром, Джесси. Все? Да. Да, все. И без тебя бы не вышло. Да. Приятно снова побродить по Одищу. Но я так скажу. Махать лопатой и полоть грядки тоже, в общем-то, неплохие занятия. Ну, Джесси нет. Сколько их осталось? В смысле тех, кого мы знали? Никого. Никого не осталось. Черт, я... Мне жаль, старик. Да. Мне тоже. Пошли. Пора сматываться. Да. Ну, мы с тобой, в общем, уже пару лет не общались. Просто... Я думал, что раз с тобой там моя Элизабет, нет смысла мне лишний раз тебе по ушам ездить. А потом, когда начался этот ад на земле, я решил, что тебя нет. Или тебе насрать. Извини за грубость. Вот потому я и пришел. Я ж до сих пор не знаю. Надеюсь, ты есть. Надеюсь, есть высшая цель для всего этого дерьма. Вот и все. Мы с тобой еще поговорим. Аминь. Дик? А, да, Рики сказала, что ты можешь быть здесь. Ну, у меня просто колени больные. Поэтому я столько лет не молился. Я не из тех, кто ходит в церковь. Даже после того, что пережил в Кэмп Шермане. Но теперь... После всего этого я подумал, что, может быть, уже и пора. У меня не было выбора, Майк. О, у нас у всех есть выбор, Дик, пока мы не умрем. Мы или они? Да всегда мы или они. Всегда! Почему все катится к черту? Просто надо понять, что мы
Это каждый живой человек, кроме тех, кто ходит в засранных штанах и жрет людей. Нет, ты знаешь, нравится тебе или нет, но таков наш мир. Да, что делать? Молитвами его не изменишь. Ты можешь мечтать о другом мире, но это будут просто мечты. Мечты тут вообще ни при чем. Мы сами творим этот мир своими поступками. Все мы. Я его отпустил. Шиза. Честного суда все равно бы не вышло. Ты его отпустил? Велел ехать и не возвращаться. Господи, Майк, ты хоть понимаешь, что ты натворил? Да. Предотвратил убийство. И знаешь что? Мне от этого легче.